Всем привет, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Вы на канале Нефрайт 1987, с вами лицемер, лунатик, фанатик, еретик, то бишь, Нефрит. Ну и, конечно же, его помощница, его любимая, короче, ну это все сказано. Да, Настя, ребята, привет. Сегодня мы продолжаем. Сегодня мы продолжаем проходить легендарную игру Silent Hill 2. Но мы ее не писали, давно не выходило наших совместных видео. По крайней мере, по Silent Hill точно. Ну, типа того. Да, и мы не забываем ставить любо, подписываться на канал, оставлять комментарий и нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видео. Это точно. Ну, а мы поехали. Так, блядь, теперь не надо вспомнить кнопки. Я так, видимо, слились какие-то могилы на гробе и кладбище походят. Ага. Как-то печально сразу. И меня удивляет, почему кладбище сюда. Перед дворем. Так. А чё такая громкая игра-то, мне кажется, да? Нет. Вот, я и говорю, очень громко я стала. Вот так, оставим. Так я так и хочу. Вот. Ты что-то уж громко, я говорю, она стала. Сейчас подняли ампу. Блин, я еще с кнопками разбираюсь, она мне тут ампулу подняла. Подняли ампулу? Мы подняли ампулу, да. Вот и потом подняли. Ты заметил, что я нормально начал говорить, да? Типа, легче. Нет, ну, просто я их сам, я их хлопнул. У Нефрита была проблема, он сегодня травмировался. Глубокая дыра, но внутри ничего нет. Слушай, можно я так же буду иногда говорить? В смысле ничего нет, там много чего есть. Нет там ничего? В смысле нет там ничего, там... О, вот тут прыгнуть в дыры можно. Ты вот ныряешь. Все, прыгнул. А ты ныряешь каждый раз. Ныряю? Чем глубже мы тонем, тем громче мы стонем. О, коридор этот. Надо прослушать. По-моему, здесь, да, будет разговор будет идти. Я помню, в таком коридоре должно быть идти это. Там по лестнице почти в конце. А, нам сейчас этого валить надо будет. Толстяка. Эдди, what are you doing? What does it look like? You always busted my balls. You fat, disgusting piece of shit! You make me sick! Fat ass! You're nothing but a waste of skin! You're so ugly, even your mama don't love you. Well, maybe he was right. Maybe I am nothing but a fat, disgusting piece of shit. But you know what? It doesn't matter if you're smart, dumb, ugly, pretty. It's all the same once you're dead. And a corpse can't laugh. From now on, if anyone makes fun of me, I'll kill him! Just like that. Eddie. А что это за звук был? I knew it. You too. You're just like him, James. Oh. Hey, I didn't mean anything. Don't bother. I understand. You've been laughing at me all along, haven't you? Ever since we first met, I'll kill you, James. Ой, а тут даже красная появляется, когда я стреляю в него. Он убегает.
Я же ни разу не смеялся, там что-то лежит. Патроны, видать? Патроны дробовику. Подходил, мне опять с дробовиком надо гулять. Я вот тоже говорю, только сейчас раз. К винтовке. Где дробовик? Сколько бегаешь? Угу, а винтовка сколько патронов? 36. Ой, не то. Нажал не то. А что, я винтовку взял? Блин, не то. Да, я думаю, нахрена ты взял винтовку? Ну ладно, ладно. Давай, погнали. Еп! Иди ко мне, piece of shit! Come get some! You know what it does to you, James? When you're hated, picked on, spit on, just because of the way you look. After you've been laughed at your whole freaking life! That's why I ran away after I killed the dog. Ran away like a scared little girl. Yeah, I killed that dog. It was fun. It tried to chew its own guts out. Finally died all curled up in a ball. Then he came after me. I shot him too, right in the leg. He cried more than the dog. He's gonna have a hard time playing football on what's left of that knee. You think it's okay to kill people? You need help, Eddie. Я твоя помощь. Don't get all holy on me, James. This town called you too. You and me are the same. We're not like other people. Don't you know that? Let's party. Что-то два раза с ним биться пришлось. Первый раз сколько был? Эдди? Эдди? Killed a human being. A human being. Mary. Did you really die 3 years ago? Че, ничего у него отобрать нельзя, уж мурат. Видимо, нельзя. Ну, пойдем. Сюдыть. Нам туды или туды? А, ну туды точно нельзя. Я тут бочки. Знаешь, в другую сторону. Получится еще. Угу. Теперь мы на причале. О, там что-то написано. Лица, которые... Блин. Внимание, лица, которые... Укрывает или помогает беглым заключенным преследоваться по закону. Ну, прикольно. Ходишь, надписи читаешь теперь. А у меня звук пропал. Звук пропал? Греда. Такое бывает иногда. Поплаваю на лодочке теперь. А мы на лодочке катались. Не гребли, а целовались. Ну может не только целовались, может быть еще и. Лодочка. Тут не море. Тут река. Река? Не река, это озер. Я забыл, что Silent Hill. Мы в что играем? А, я забыл, что мы вообще в Silent Hill играем. Мы в что-то играем, какой-то мужик что-то на лодке куда-то поплыл. Слушай, два хитла в это.
Так, надо сейчас еще маяк искать этот. Не, мы же... А мы кем были? Я вообще не вижу маяк нигде. Я вообще ничего не вижу. Не знаю, туман дофига. Вот и я продолжу. Мы пройдем этот путь через туман. Но мы пройдем опасный путь через туман. Короче, как я не верчусь, но я маяк не вижу. Впереди только туман. О, вижу, 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 вижу теперь. Где нет? Где он? Справа. А, вижу. Погнали туда. Странно, вот он грядет, а вода не двигается. Потому что он как корабль в Футураме двигает вселенную. Это вселенная двигается. Да, вроде должен был сбежаться, а он что-то ни хрена не понимает. Угу. Тоже странно, да? Ребят, пишите в комментариях, странно это или нет. Я в Shattered Memory сильно хочу поиграть. Ходи. Да. Кстати, ребят, пишите, поиграли в Shattered? Я поиграл бы, но видите, ребят, нужно... Нет, эмулятор до Соги второй можно надыбать. Но вот с ним возиться? Устраиваем. Да. Вы просто как-то пробовали это делать уже? Это достаточно трудоемкое занятие? Ну, либо я могу, конечно, сделать на эмуляторе Dolphin, который вот от GameCube, от Wii, от приставок. Только есть один прикол, то что на Авито Silent Hill Shattered Memories не выходила русифицированная. Ну, типа с сабами не было. Только чисто английская версия. Это проблема, конечно. Потому что не все знают английский. Ну, не так охренительно, как я хотел бы, конечно. Но в игре разберусь. Что это где? За 3 года это место совсем не изменилось. Что бы это могло быть? Что бы это могло быть? Что, 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 что? Что, 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 что? Что, что, что? А кто там? А кто там может жить? Кто, кто, кто? Прибежит вначале, выбежит серая такая собачка к тебе. Серая собачка? Да. Сейчас выбежит встречать на серая собачка. Потом выйдет дама, даст нам какую-то белую жвачку. О, туда почему нельзя? Закрыто. Можно просто еще дам. О, я что-то вижу. Ты правильно, шкатулку. Угу. Сладко, по-моему, да? Угу. Ну, вот видишь? Столько все должно произойти, да? А кто сейчас должен выйти? Да кто? А Артур Пирожков. По карточкам. Жду тебя. Что это? Номер 312. Номер, где Мэри и я останавливались. Мэри, ты там? Или возможно? Я взял карту отеля для гостей. Да не хочу это читать иногда. Нет? Ну хоть что-нибудь. Нельзя. Блять, я не помню, куда вначале идти. Пошли, чувак, обычно все двери проверяют. О, пошли куда-то. Большая дверь открылась. А, ну это в холл. Это на лестнице. Да. Нам на ресепшн надо. Сюда, по-моему, надо будет ставить русалочку. Шкатулки будут. Да. Ой, место принцессы, проснувшейся от смерти. Чуть автомат. Он не играет, ты же... Да.
Он звучит не совсем правильно. Вот, там музыкальный инструмент сломан. Нам надо русалочкой. Где она, блядь, русалочка? Я знаю, она нам не только ее надо, нам надо еще. Ха-ха. Прыгай в окно. Чё? Не знаю, пусть разобьет. Разбей окно и прыгай под откос. Блять, мы что-то там видим? А, вот ресепшн. Мистер Джеймс Сандерленд. Ой. Сандерленд. Видеокассета, забытая вам граница в офисе. На первом этаже. Спасибо. А, говорил как нам про эту видеокассету. Вот там и ключ. От номера 312. От нашей комнаты. Да вы поняли, что там останавливаетесь с первого раза. Супер, мы же вначале туда не сможем попасть. Так мы сейчас пойдем, точно ты не проверял, что да, делали. Угу. Ну, сын. Вот и. Что там был? Так, смотри, там на столе что-то валяется. Что тут осталось? Эх, что-то нас зачесался. Ключ и рыба. Ключ и рыба! Да, отлично, называется ключа. Рыба. Есть ключ и рыба? Не, у меня только разводной, сук. Мне надо ключ и рыбу. Блять. Тут рояль разговаривает. А, нет, это смотри. Yeah, you did. You're here to find Mary, aren't you, James? Well, have you? No. Is that why you're here too? She's here, isn't she? If you know where she is, tell me. Tired of walking. I wish I knew. But she said it in her letter. What letter? Wanna read it? But don't tell Rachel, okay? Who's Rachel? She was our nurse. I took it from her locker. Моя дорогая Лора, я оставлю это письмо Рэйчел, она отдаст его тебе после того, как я уйду. Я сейчас далеко, в тихом, красивом месте. Пожалуйста, прости, что не попрощалась с тобой. Будь счастлива, Лора. Не будь слишком строга с сиделками. И Лора о Джеймсе. Я знаю, ты ненавидишь его, поскольку думаешь, что он плохо ко мне относится. Но, пожалуйста, дай ему шанс. Да, он временами угрюмый и редко смеется, но внутри он действительно хороший человек. Лора, я люблю тебя, как родную дочь. Если бы все сложилось иначе, я бы удочерила тебя. Счастливого 8-го дня рождения. Твоя подруга навеки, Мэри. Лора, how old are you? I turned 8 last week. So... Mary couldn't have died 3 years ago. Could she really be here? Is this the quiet, beautiful place she was talking about? Me and Mary talked a lot about Silent Hill. She even showed me all her pictures. She really wanted to come back. That's why I'm here. Maybe you'll get it if you see the other letter. The one Mary... I must have dropped it. Laura? I gotta find it! Laura! Не будь случай. У тебя появился звук? Нет. Нет? Нет. Рисунок Лоры. Кот? Нет, я же вижу, что написано. Никто не слышит звуки.
Обана! Где кто, суп? Ара, кто ходит-то? Здесь...